Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Comment By. В этом видео я хочу вам показать, как установить мастер-флэш или кровельный проход для утепленной трубы на металлочерепицу за пару минут. У меня к вам огромная просьба, поставьте, пожалуйста, лайк либо дизлайк, отреагируйте, напишите в комментарии, для того, чтобы я знал, снимать ли видео в новом формате. А какой формат? Поехали! Сейчас я поэтапно вам расскажу, почему надо сделать так, почему у вас не будет никаких проблем, если вы вот по такому принципу, моим рекомендациям, сделаете кровельный проход, установите его на металлочерепицу. Одна из особенностей, одна из причин, это то, что здесь вот это стык двух листов, и мы вышли ровненько по центру. И когда вот так вот делаешь, то бывает одной кровельной лентой, она не помогает, потому что вот из этого места, вот здесь, если у вас кровельный проход получается, подтекает, вот в этом именно шве, подтекает и затекает кровля. Я сталкивался с такими проблемами уже не один раз, поэтому я заказчиков обязательно предупреждаю, чтобы спускали лист сверху. Есть, бывают такие объекты, где люди не хотят, поэтому я сразу говорю о том, что крыша может течь, я предупреждаю об этом. Здесь, конечно, сборная солянка получилась, но у заказчика какие-то листы, слава богу, остались, и мы вот дотянули, потому что можно было еще дотянуть вот этой кровельной лентой, но это все очень-очень дорого, скажу вам так, это не дешевое удовольствие. Поэтому я заказчика сразу сказал: Александр, есть кровельные листы? И он пошел по участку искать, и он нашел их. И редко когда получается, что есть на объекте кровельные листы. Даже если нету металлочерепицы, то лист прямой кладется от самого верха вниз. Это тоже решаемо. Но просто вот так она, волна сливается со всей крышей. И как бы так, с точки зрения эстетики, смотрится красиво. Обязательно герметик. Я ставлю бутилкаучиковую ленту, я ставлю кольца уплотнения. Вы это все видели. Если вам понравилось видео в данном формате, отреагируйте, напишите комментарии, поставьте лайк либо дизлайк. От вашего мнения зависит, буду ли я дальше выпускать такие видео в таком формате. Всем хорошего настроения, до новых встреч, монтируйте дымоходы правильно, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм, до новых встреч, пока!